Мы пойдем в Национальный музей искусств. Вот он на горе. Находится прямо сейчас на площади Испании. Вот такая вот площадь. Мы на ней были когда-то в свое время. Вот торговый центр. Вот в этой вот арене. Ну, пойдем карабкаться на горку. Поднялись таки наверх. Мы сейчас находимся в большом музее. Это вот мы практически под крышей. Площадь огромная. Скорее всего, здесь, наверное, проходят какие-нибудь концерты, выступления, потому что здесь присутствует орган. Музыка органа – это завораживающее музыкальное произведение, которое действительно пробуждает все, что находится внутри нас. А помню, Вероника слушала 4, по-моему, «Время года» и даже расплакалась. Вот. Насколько проникновение было музыкальное у Вероники. Но Веронике, по-моему, 4 года или 5. Но все равно факт остается фактом. То, что органная музыка – это что-то, нечто волшебное. Сегодня 2 августа. И, кстати, я хотела сказать, что сегодня музей бесплатный. Вход бесплатный. Я думаю, то, что люди, которые заказывают экскурсию в такие музеи, оплачивают и музей, оплачивают автобус и гида, выходит им, конечно, в копеечку. А люди, которые просто добираются на метро своим ходом, выиграли момент бесплатного билета. А люди платили за экскурсию сюда. Мы сейчас находимся в зале, где иконы присутствуют. Каждый художник, летописец, исполнял свое произведение, как он видел. Это другой уже зал. Здесь очень много картин в исполнении икон. Это мы уже находимся в другом зале, а здесь присутствуют уже такие обелески, получается. Мы поднялись на 2 этаж. Посмотрите, какая тут крыша. Шикарно. Кто сейчас решает, какой интерьер подобрать себе в квартиру, то можно посмотреть подсказки. Также, если вы захотите новую дверь, можете соорудить вот такой дизайн. Обеденный стол для двоих. Люди без стеснения кормили ребенка грудью на улице.
Искусство, конечно, нужно понимать. Каждое искусство видит по-своему. Что-то изображает мысли, характер человека. А может быть, что-то хочет показать, что ожидает в будущем. Предсказания. И также искусство возможно сделать из разных подручных средств. Вать, тебе нравится эта женщина? Ну, почему бы нет? А что тебе больше не нравится? Глаза. Вау! А мне грудь нравится. О, какой мужчина! Вау! Настоящий! Какая большая картина, сколько же ее рисовали. Это Андрюха тащит в другой зал. Я хочу переснять момент. Какая большая картина, сколько же ее рисовали. Там большое такое полотно. Что нарисовано на этой картине, непонятно. То ли какие-то бои, то ли жизнь, непонятно. Мы пока не понимаем, что это такое. Но Андрюха заинтересовался. Вот такой диванчик можно поставить на балкончик или на даче. И шикарно полежать, отдохнуть. Двенадцать стульев. Давайте спорим, вдруг там драгоценности лежат. Смотрите, как удобно. По бокам у вас шкаф, кровать и картина. Тут ты стояла. Дальше. Вообще такие картинки.